входит Нагачев в зону Могилева, и шайба выбрасывается. А здесь выход один на один, бросок и... И что там было, шайба не заходит. И сейчас будет видеопросмотр, как я понимаю, момента, который случился у ворот Брикуна после выхода 1 на 1 Васько. Ну и давайте посмотрим еще раз повтор этого эпизода. Вот Васько. Бросок, шайба попадает в перекладину. Ну и после этого Игорь Брикун. Вот она поползла, но Брикун успевает клюшкой вынести ее с ленточки ворот. И с другого ракурса мы уже наблюдаем повтор. Ну нет, не было здесь взятия ворот. С этого ракурса все четко видно, то что Игорь Брикун выручает свою команду.